Музычка такая заиграла. Иди ко мне, кислород. Пожалуйста, пожалуйста, позволь тебя поймать. Нет, нет, ну не уходи от меня. Давай. Блин, ну что, что это за долбанный идиотизм? И всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Мидкор Шоу, с вами я, Рос, и добро пожаловать на продолжение прохождения игры A-Drift. И в прошлой серии мы с вами решили вернуться в открытый космос, чтобы посмотреть, может быть, мы что-то пропустили. Сейчас мы с вами вот так вот возьмем кислородику, осмотримся. Нифига себе, вот это вот расколбас! Фу, так, значит, непонятно, что происходит. Не дали нам дальше пройти там в каком-то командном центре, с которым мы узнали, что нам нужно восстановить всякие какие-то блоки питания и прочую фигню. И сейчас мы будем с вами пытаться найти какой-нибудь модуль, в который можно зайти. Вот там вот я вижу, ой, там электричество какое-то колбасит. Ё-моё, все как-то очень устрашающе выглядит. Мне кажется, если мы пойдем туда, то мы распрощаемся с нашей жизнью. Господи, у нас запаса кислорода совсем мало. Если мы сейчас попытаемся вот туда долететь, то мы обязательно задохнемся, но... О, блин, там электричество колбасит. Я даже не знаю, правильно мы ли мы делаем, но кислорода совсем мало. Впереди, впереди есть запас кислорода. Так, мы идем по вот так вот. Мы идем. Мы сейчас будем проходить мимо этого электричества. И походу, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, вот это поворот. Все. Все, это конец. Вот такое вот эпичное начало серии. Ё-моё, нас разорвало. Повторить. Окей, вот так вот эпичненько мы начинаем вторую часть. Значит, далеко нам лететь в космос пока не стоит. Видимо, нам нужно будет проапгрейдить скафандр, я не знаю, там улучшить какие-нибудь модули, блоки ускорения, починить скафандр. Давай загружайся, пожалуйста, быстрее. Я хочу поскорее вообще разобраться, куда нам тут лететь и что делать. Потому что сейчас я до сих пор еще с прошлой серии не врубаюсь. Фу-у-у-у. Так, черный экран меня пугает. Так, ага, аварийный отсек. Так, это мы где? Это мы хрен пойми где сейчас, хрен пойми, что происходит. Так. Я вот сейчас немножко неправильно сделал, что полетел сразу вот так вот сходу вперед, потому что нужно было осмотреться, откуда мы летим. Потому что, может, мы летим сейчас совсем неправильно. Сейчас мы еще раз возьмем вот эту вот хрень. Так, что там? Так. Эндрю Макдонах. Наконец-то домой, даже не... Погоди. Так. Эй, дай кислорода. На 10 больше, чем полагалось по контракту. Так, я обещал Люси, что всегда буду с ней. Обещал себе, что больше не покину ее. И не сдержал эти обещания. Снова не смог. Денежная работа. Настоящий подходит без меня там внизу. Так, подождите, а мы где-то... Мы сейчас, короче, где-то в новом месте, что ли? Я не понимаю. Ух, на заднем фоне, извините. Происходит небольшое непотребство. Скандалы, истерики, интриги, расследования. Вот мы заходим в каюту Макдонаха. Так, мы здесь с вами уже были. Так. Вот его личный компьютер. Так, давайте почитаем. Я бесконечно признателен. Мне нужно многое наверстать. Так, хороший выбор. Может, я смогу помочь с ранней бетой. Жду ответа. Из отдела кадров Хердина свяжется с тобой, чтобы все уладить. Она тоже из Ванкувера. Это будет для тебя немаловажно. Ты нужен. Не, ой, господи, это все читать. Ну нет, не хочу я это все читать. Тут какие-то записочки висят. На самом деле, может, мы с вами совершаем большую ошибку, то, что мы игнори... Опа.
Здесь можно вылететь? Здесь можно вылететь. Так. Так. Вот так. Здесь у нас есть баллоны с кислородом. Давай. Давай. Удерживать. Давай. Вот так. Так. Значит, где-то здесь должен быть по-любому... Ой-ой-ой, разорвало тут как этот батарею солнечную. Сейчас мы должны с вами на самом деле вернуться на станцию. Я не знаю, почему я так решил. Но, блин, если мы вылетели наружу, то залететь обратно мы тоже должны. Так, баллончики с кислородом. Кислород просто нереально быстро заканчивается. Станция огромная. Ее разорвало по всей... Ой, долбанулись в какой-то камень. Так. Говорит центр управления, невозможно установить местонахождение и статус экипажа. Отзовитесь, прием. Так, вот у нас здесь вход. Сейчас мы попробуем с этой стороны войти. Посмотреть, что мы там пропустили. Так, давай. Нам нужен еще кислород. Блин, ну это как-то на самом деле, я не знаю, жестко, что нас заставляют хавать кислород просто каждые, ну, блин, минуты две. Так, давай. Сюда залетаем. Вот так вот. Осматриваемся. Баллончики с кислородом захаваем. Так. Ну это, блин, это реально какая-то жесть. То есть мы вот так вот летаем. Исследуем все. Ага. Так. И здесь мы видим цветок. Что у нас дальше? Блок Спиритуса Хан 4 поврежден и находится в офлайне. Необходим ручной ремонт. Так, здесь у нас дверь закрыта, да, насколько я понимаю, да, офлайн. Сюда нас не пустят, то есть... Ой, ё-моё, ребята, это мы с вами, короче, должны изучить все это, всю эту хрень. Чё, куда, где? Спиритус там, Хеллхлайн, Фигайн, Хан 4. И перемещаться между всем этим делом, пополняя каждую минуту там две запаса кислорода. Я уже не знаю, как скафандр починить, потому что раздолбался он у меня знатно. Сейчас мы попробуем добраться до вот этого... Ящичка, так, все, тихо, кислород мы не тратим, мы летим вот так вот, без ускорений. Так, у нас проблемы, но мы, походу, сейчас успеваем. Еще немножечко, так, главное, чтобы сейчас эта бутылочка от нас никуда не улетела. Так, лови, вот так вот. Фух, подзаправились. Летим сюда, смотрим, что у нас здесь. Все вокруг пищит, электричество сверкает. Наш скафандр покоцанный, поломанный, все в трещинах. Кислород просто неимоверно быстро убывает. Я чувствую себя реально в полной жопе. Это что-то нереальное. Так, спиритус назад. Ага. Спиритус это там, где мы с вами были в первой серии. Откуда мы узнали... с главного компьютера, что нам нужно починить какую-то хрень. Так, баночку лови. Вот так. Как слышите, там с нами пытаются связаться, но мы, походу, с вами немая девушка, потому что она вообще не отвечает, или у нас радио сломано, но она даже не пытается как-то отреагировать. Вот мы куда-то залетаем, отлично, сейчас еще кислород захаваем, потому что у нас уже ползаряда, блин. Это просто нереальная жесть. Нет, я... Так. Чем я могу вам помочь? Да помоги чем-нибудь, блин. Что с ним происходит? Так, вот у нас новая дверька. Так. Отлично, он вообще женским голосом заговорил. Фу, так, открываем какую-то дверь и заходим. Класс. Заходим в маленькое помещение, в котором сразу дверь, которая нам сейчас ни хрена не откроется, да? Ой, нет. Ой, какая красота, ё-моё, пузырьки воды.
Вы посмотрите на это. Это же вообще, блин, красота. Так, это значит у нас какой-то отсек с растением, вырабатывающий кислород, надеюсь. Так, давай, давай, лови, 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 вот так. Нам сейчас нужно найти блок починки скафандра, потому что нам совсем плохо. Так, там впереди мы видели аудиозапись. Блин, как красиво, ё-моё. Я вот на самом деле уже ненавижу эту игру. Она мне люто не нравится, потому что я ни хрена не понимаю, что делать. Я куда-то лечу, я бьюсь об потолок, я бьюсь об стены, я бьюсь об всякое дерьмо. У меня заканчивается долбанный кислород. Я куда-то вообще иду вперед просто напролом, открываю какие-то двери. Но она, сука, красивая. Она реально, блин, красивая. И если в это играть VR, конечно, наверное, впечатлений будет больше. Но то, что я вижу сейчас на экране монитора, это прямо... Ух, это очень красиво. Сейчас мы попадаем в какой-то отдел, где у нас хранятся росточки, из которых мы выращиваем растенеца. И сейчас мы найдем баночки с кислородом. Центр управления. Выжившие, как слышите? Да слышим мы вас отлично, только что-то у нас, походу, с языком не то. Не можем мы вам ответить. Опять какая-то дверь. Так, давайте продвигаться дальше. Ох, даже вот так. Ух, вы посмотрите. Да тут прямо... О, какая она сильная, а? Это же какая-нибудь сакура там, я не знаю, что это за дерево такое. Ой-ой-ой, вообще красота, блин. Я бы на самом деле остался здесь, поизучал, помедитировал на это все дело, но есть небольшая проблемка. У нас большая проблемка, так, почему ты? Давай, вот так. Так, главное сейчас с этой. Так, не бейся. Так, давайте опять выровняемся относительно дерева, вот так вот. Так, нам нужно сейчас куда-то двигаться. Погнали вот сюда. Здесь у нас открытая дверь. Там какая-то аудиозапись. Что-то мы там можем посмотреть. Так. Тихо. Угу. Проходим аккуратненько, так. Говорит центр управления, как слышите. О, у нас тут компьютер. Так, может, мы сможем связаться. Определены координаты аудиотерминала HAN 4 версии 4.3. Обнаружено несколько включенных аудиотерминалов. Координаты местонахождения неизвестны. Отлично, неизвестны. Класс. Просто я же думал, что ты мне все расскажешь. Так, это, походу, наш экипаж, который погиб. Так, ну и, видимо, мы... одна из них. Я думаю... Поврежден. Ага, у этого какой-то непонятный статус. Так, входящее сообщение, подтверждение передачи 16 апреля 2037 года. Апрель, так, у нас июнь сейчас. Статус перевода утвержден, утверждающий командир Асима Алекс. Командир! Макдонах Эндрю, так. Миссия North Star 4. Так, дата отбытия, входящее сообщение... Так, тихо. Ребята, мне можно из этого режима выйти как-нибудь? Утверждающий команда Расима Алекс. Получатель, система техник, Макдонах Эндрю. Миссия North Star 4. Дата отбытия 8 июля. Так, это значит у нас после отбытия самого, да? Способ грузовой челнок. Это мы на грузовом челноке должны были отбыть, но что-то пошло не так. В Санта-Монику, Калифорния, мы должны были вернуться, но нет, нам не повезло. Нам не повезло. Так, выход. Выход. Класс. Так, ребят. Отлично, ага, вот так это делается. Ой, блин. Так, пока мы там все это смотрели, кислород нас не сильно убывал, но мы все равно будем вот так вот... Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Так, оттуда мы пришли. Сейчас мы вот так вот сделаем. Перевернемся, идем к следующей двери. Короче, эта игра
Симулятор дверей и распитие алкогольных напитков, видимо. Потому что мы постоянно жрем это дерьмо. Мы постоянно подпитываемся долбанным кислородом. Скафандр у нас просто уже в хлам, в дребезги разбит. Но нам это не мешает. Давай, давай, давай. Вперед, вперед. Летим тупо вперед. И что? Вот и что? И что вот мне здесь делать? А? Вот как бы... Охренеть, я полечу к земле сейчас. Макдональд там, короче, плачется, что все плохо. Что у него там долго все. 600, 6 дней как 600. Тихо, тихо, тихо. Давай, давай, давай. Музычка такая заиграла. Иди ко мне, кислород. Пожалуйста, пожалуйста, позволь тебя поймать. Нет, нет, ну не уходи от меня. Давай. Блин, ну что, что это за долбанный идиотизм? Ну, блин, как он? Вот как он летает? Он реально летает вокруг нас, собака. Вот так вот. Поймали. И что? Так. Тихо, спокойно. Здесь какая-то есть хрень. Сканирование. Ни хрена здесь нету. Мы с вами летим в космос. Я не знаю, куда мы летим. Я думаю, это какая-то... Какой-то, может быть, здесь блок управления. Чего-нибудь мы там... Господи, у нас заканчивается кислород. Там что-то мигает. Там что-то мигало. Давай. Давай. Ну? Нет, все очень плохо. Здесь ничего нет. Нет. Это была подстава. Земля. Земля, я люблю тебя. Я тебя никогда не забуду. Прощай, Земля. Прощай, Солнце. Не, ребят, на самом деле игра реально крутая. То есть она безумно красивая. Она прямо вот вообще такая... Я не знаю, я бы назвал ее такой прямо хардкорной, потому что нам сказали, у тебя все плохо, чувак. Точнее, чувиха. У тебя все очень плохо. У тебя скафандр протекает. Кислорода у тебя нет. Твоя долбанная станция просто раздолбана на 100 миллиардов кусков, разбросанных по космосу. У тебя есть несколько баночек, которые валяются по пути. Ну, как валяются? Поряд в воздухе. С помощью которых ты можешь восстанавливать кислород на пару минут, чтобы перелететь еще вперед и найти там еще баночки. Но если ты повернешь не туда, тебе капец. Просто капец, реально. Вот ты все, конец. Игра закончена. Повторяй заново. А где мы сохраняемся, откуда мы начнем? Ни хрена непонятно, неизвестно. То есть... Ну, не будут же нас придвигать к миссии, типа, вот, вот здесь вот сделай вот это вот. Я, вот честно, я даже сейчас не хочу повторять, продолжать играть в эту игру. Ну, потому что, я не знаю, она как-то вот не для записи. Мы с вами два выпуска посмотрели, что к чему. То есть, эта игрушка крутая, красивая. Если вы хотите вот такого вот геморроя, постоянно дохнуть в этом долбанном космосе, постоянно, чтобы вас... Вы задыхались от нехватки кислорода, повернув не туда. Пожалуйста, играйте, покупайте. Игра стоит что-то в районе 400-500 рублей. В принципе, цена для такой игрушки очень хорошая. Если у вас есть VR, ну это вообще идеально, блин. Вот напишите, скажите, если у вас есть VR и вы играли в E-Drift, какие впечатления? Это, блин, это, наверное, реально очень круто. Но играть дальше в это... Нет, я не буду для записи и вообще сам по себе. Я найду занятия какие-нибудь получше, чем вот этот вот долбанный мазохизм, долбанное выживание, симулятор, блин. Кто там в «Марсианине», блин, Мэтт Дэймон? Да хрен его знает, пофигу, у нас здесь все равно тёлка. Пусть она там себе летает, пускай играют другие. Пройдите, расскажите, что тут делать... Нет, все. Все. На этом наш обзор игры A-Drift закончен. Всем спасибо за просмотр. Играйте в хорошие игры, наслаждайтесь, получайте удовольствие, не бомбите по поводу игр.
Обязательно, если вам понравилось, может быть, я не знаю, как такое может, конечно, понравиться, но если вам понравилось, ставьте лайк. Если вы не подписаны, то подписывайтесь на наш канал. Спасибо за просмотр. Надеюсь, это было весело, познавательно, поучительно. Вступайте в наши группы ВКонтакте, в Фейсбуке, подписывайтесь на Твиттер, все ссылочки есть под этим видео. И больше не увидимся с вами в Эйдрифт, но увидимся в других играх. Всем спасибо, всем пока!